В Малом театре первая премьера сезона. Спектакль по пьесе Карла Гальдони «Влюбленные» поставил соотечественник драматурга, режиссер Стефано де Лука из Пикколо Театро де Милано. Идея спектакля родилась во время последних гастролей знаменитой итальянской труппы в Москве. Тогда де Лука поставил со студентами Щепкинского училища несколько отрывков из «Влюбленных». А худрук Малого Юрий Соломин загорелся идеей создать полноценный спектакль. Ведь раньше эта пьеса в России не ставилась. Они очень подружились, режиссер из Милана Стефано де Лука и молодежь российского малого театра. За время репетиции у них возникло не только взаимопонимание, но и свои традиции. Перед спектаклем встать в круг и обняться. Де Лука опекает московских подопечных по-отечески трогательно. Нет тебе. Sorry. That's for actors. Для молодых актеров, влюбленные Карло Гальдони, первый опыт работы с иностранным режиссером. Пришлось и понервничать, и поучиться. Например, пластики. Движение де Лука показывал сам. Режиссер и актер в одном лице. Он старался не научить, но заразить итальянским темпераментом. Поощрял импровизацию, шел от актера, давал свободу. Для себя сделал вывод. Русские и итальянцы в любви похожи. Ругаются, мирятся, неистовствуют на пике эмоций. Мы заражались этим и старались в этом же ритме существовать, в этой же энергетике. Ну, итальянцы они же, да? И мы тоже становимся итальянцами в какой-то момент. Для создания истинно итальянской атмосферы, для декорации костюмов, де Лука привез в Россию художника Лейлу Фтейту и художника по свету Клаудио де Паче. Во всем остальном положился на русских. Мы провели настоящее исследование темы любви. Думаю, на сцене получилось пополам русской и итальянской манеры. Что-то среднее между психологическим театром и комедией дель арте. Комедия «Влюбленные» неизвестной Гальдони. Она редко ставилась даже в Италии. Молодые итальянские аристократы в 18 веке играют в любовные игры. В шутку и всерьез. С тех пор, кажется, ничего не изменилось. Вы пойдете сегодня вечером на прогулку? Если... Ни художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин, ни Стефано де Лука не верят в совпадение. «Пикколо» по-итальянски значит «малый». И то, что их театры, один в Москве, другой в Милане, называются одинаково, оба мастера воспринимают как знак. Они должны были встретиться и сделать вместе что-нибудь стоящее. Стефано де Лука влюбился в русских актеров. Признается, мечтает ставить в «Малом» снова и снова. Он мне сегодня уже передал новую пьесу. Будем думать, будем решать пьесу. Да, да? Понимаю. Понимаю. Он ведь говорит, понимаю. Валерия Кудрявцева, Валерий Жиглей.